5 миллиардов рублей выделено регионам на лекарства для больных новой коронавирусной инфекции. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства. Красноярский край получит 108 миллионов рублей. Средства придут в регион в этом месяце. Вот сейчас работаю в комитете по бюджету и налогам, ну и, конечно, с нашими профильными министерствами, с министерством, в первую очередь, здравоохранения Красноярского края. Все, что вот требовалось для того, чтобы наши люди в этот сложный период пандемии получили лекарственное обеспечение, это мы около 110 миллионов, 108 миллионов рублей получаем дополнительно.